Привет, привет. Присоединяемся, присоединяемся. Как у вас дела? Как настроение? Как проходит вечер? Здесь рассказываю про продукт для здоровья. Сегодня хочу показать то, что я купила, то есть приобрела совсем бесплатно от компании. Присоединяемся. Всем привет, привет. Давайте знакомиться. Меня зовут Анара, я консультант компании Siberian Wellness. Здесь рассказываю про продукт для здоровья. Присоединяемся, ставим лайки, делимся эфиром. Всем привет, привет, всем добрый вечер. Сегодня, смотрите, сколько продукции сегодня хочу вам показать. Это я все себе взяла. Все себе, не то что себе, семье нашей. И девчонки, особенно девочкам, нашу новую сыворотку взяла вот такую с коллагеном, с морским коллагеном. Вот кто хочет подтянуть кожу лица, чтобы с морщинки убрать, очень классно подтягивает, дает упругость, отечность убирает, также усталость, с морщинками борется, гладкое сияние кожи дает. Я уже ее открыла, смотрите, вот только что разорвала. Для нашей красоты кожи лица, девчонки, с морским коллагеном, это вообще новиночка, супер. Здесь очень хороший состав именно для борьбы с нашими мимическими морщинами, усталостью, защита от старения кожи, классная сыворотка. Ну, по результатам я своих клиентов как бы говорю, да, потому что сама я первый раз ее взяла. И что удобно, дозатор. Немножко капель делаем и начинаем мазать. Я уже намазала на сегодня ее. И такой же взяла крем, девчонки. Сейчас я про них прочитаю, про него вам. Это у нас новинка. Крем для лица, лифтинг и увлажнение. То есть у кого сухая кожа, у кого брыли, да, уже нет упругости в коже. Морщин очень много. Вот здесь гармошка на лбу. Девчонки, вот крем увлажнение и лифтинг, и еще сыворотка. Конечно, еще у нас есть другие еще сыворотки очень классные. Лифтинг и упругость, экспиральта платинум, интеллектуальная сыворотка. В общем, все для нашей красоты. Ими я уже пользовалась, я их уже хорошо знаю. Они классные, девчонки, работают очень хорошо на все слои кожи. Но вот эту новиночку вот хочу попробовать. Потом дам результат, скажу, что такое. Что у меня изменилось в лице. Но рекомендую всем, потому что морской коллаген в любом случае нужен для нашей кожи. Увлажнение, упругость, сияние нашей кожи дает. Помимо того, что мы такой коллаген принимаем внутрь, вот смотрите, морской коллаген, именно чисто рыбный коллаген мы принимаем вовнутрь, а такой морской коллаген мы мажем себе на лицо, чтобы быть красивее, чтобы с морщинками со своими побороться, да, выглядеть красиво, хорошо, ухоженно, защита пигментации, от старения. Это у нас новиночка, и сейчас я вам про него расскажу, что там в составе есть. Там очень классный состав, девчонки, это вообще, я не знаю, это же произведено по технологии Кореи, корейская технология, потому что все знают, да, что корейские крема, они очень классные для кожи. Здесь самое главное, вот именно в сыворотке, девчонки. Так, это сыворотка, да? Нет, это крем. В сыворотке есть здесь пулулан. Пулулан эффективно омолаживает, подтягивает кожу, замедляет процессы старения, укрепляет ткань кожи, возвращая коже гладкость, упругость, сияние. Эффективно питает, восполняет именно недостаток влаги в клетках эпидермиса, то есть работает на все слои кожи. Вот, девчонки, если у вас кожа уже подвисла, да, брыли вот так где-то висят, овал лица нету, хоть бывает же такое, что девушки хоть и полненькие, но у них овал лица красивый. Вот я вроде как бы не худая, не стройненькая, но у меня есть жирок, но овал лица как бы все равно есть. Это может быть за счет того, что вот сывороткой мажешь, да. Здесь также есть экстракт икры розового лосося. Это, знаете, это морская сыворотка полностью, потому что здесь состав именно все морские составы. Экстракт икры розового лосося, омега-3, 6, 7, 9 кислоты витамина А. Дальше здесь ламинария,
добываемая в Охотском море, содержит хром, медь, железо, магний, то есть все полисахариды и белок, лептиды, минеральные вещества для нашей кожи. Девчонки, вот сыворотка – это просто на вес золота. Увлажняет, снижает именно потерю влаги, тонизирует, восстанавливает эластичность. А ламинарии усиливают регенерацию способности кожи, укрепление ее собственной системы антиоксидантной защиты. Также здесь есть минеральный концентрат ламинарии Белого моря, девчонки. Обладает омолаживающим действием. Здесь увлажняет, тонизирует, стимулирует, улучшает микроциркуляцию. В общем, вот эти два продукта в составе именно морского коллагена очень классно влияет на нашу кожу. Девчонки, это у нас новиночка, сама для себя вот взяла. Попробую сегодня первый раз, уже намазала, теперь буду сейчас крем мазать такой себе. У него, что удобно, уже сразу на пальчик и мажешь несколько, да, там не полностью, а немного только надо. Классные сыворотки. Помимо того, есть сыворотка у нас «Лифтинг и упругость», я про нее говорила. Вот она у нас, «Лифтинг и упругость». Это три в одном. Увлажнение, сияние, три действия здесь, три направленных действия. Идет повышение упругости кожи, борьба с морщинками и контур овала. Корректировка контура овала. Вот такая «Лифтинг и упругость» сыворотка. Так, ставим лайки, делимся эфиром, девочки. Всем привет, привет, всем добрый вечер. Давайте знакомимся, меня зовут Анара. Я рассказываю здесь про продукцию Siberian Wellness. Ставим лайки, переходим в профиль, смотрим по продукции. Может быть, что-то рассказать? Пишите по ссылочке в шапке профиль. Потом сегодня новинку еще взяла. Хочу поделиться, да, то, что новинка. Это маска для волос восстанавливающая. Вот укрепление корней волос. У кого, например, часто кто красит волосы, после ожог волос, да, вот кто делает же, вот химию на этот волосы делают, красят волосы часто. У кого секутся волосы, вот такую маску, девчонки, применяйте. Здесь на основе трав. Еще есть церамиды, протеины, восстанавливает, глубоко входит, прям именно питает, ухаживает за волосами, делает гладкими, шелковистыми. У кого вот после мытья бывают же волосы такие, прям невозможно расчесать, это особенно кто красит часто волосы. Девчонки, вот такая маска для волос, восстанавливающая. То есть у нас есть такой шампунь, есть бальзам для волос, и вот теперь маска для волос. Здесь получается у нас церамиды и протеин. Дальше пшеница, кукуруза, масло, горчица, кокос, макадами, миндаль, экстракт сибирских растений. Девчонки, вот маска для волос. У кого выпадают волосы, у кого проблема с волосами, тусклые волосы, нету блеска в волосах, кто красит часто, кто химию делает, кто выпрямление волос делает. Такая маска как раз вот для восстановления просто таких как бы услуг. Дальше, что я заказала, девчонки, это наша альфа-липоевая кислота. Альфа-липоевая кислота мы принимаем для печени. Она не дает жирам накапливаться вокруг печени для тех, кто хочет похудеть. Антиоксидантная защита для нашего организма. Помимо того, она хорошо влияет на аппетит. То есть, если вы ее пьете, и у вас как бы тарелка вашей еды становится меньше, то вы меньше едите за счет вот этой альфа-липоевой кислоты. Здесь у нас 60 капсул. Нужно принимать по 2, по 3 капсулы за полчаса до еды. Это вот то, что я заказала домой. Следующее я взяла, девчонки, это омега. Наша северная омега. Я их аж 2 заказала, потому что очень классно. И вы знаете, когда в августе мы ее принимали за полчаса до еды натощак, потому что у нас один клиент, то есть партнер даже, да, с Таджикистана, она похудела на 60 килограмм. Похудела на 60 килограмм, и самое главное ее было, она пила омегу за полчаса до еды. То есть натощак даже принимает. Утром встает, сразу омегу выпивает. Оказывается, омега, когда натощак принимаешь, она начинает расщеплять жиры. И даже вот нутрициологи часто мне встречаются, видео по ТикТоку, они тоже рекомендуют, что просто пей там омегу, и будут жиры натощак, и будут жиры расщепляться. Ну, в любом случае, да, диету соблюдаем, воды
воды побольше пьем, сон нормализуем, питьевой режим, где-то зарядочку, но реально работает. Девчонки после нее кушать не хочется. Вот здесь как будто жирное все стоит. Это мы пробовали с мужем в августе. И я теперь в этот раз две заказала. Это натуральная северная омега и северных рыб. То есть натуральная омега. Дальше что я взяла? Вот к этой к альфа-липоевой кислоте я взяла L-карнитин. Продолжаем дальше тренировки, продолжаю дальше шаги делаю и принимаю L-карнитин. Он идет жиросжигающий, дает эффект, то есть он наши жиры перерабатывает в энергию. Работает только в том случае, когда вы начинаете двигаться, то есть потеть, полы дома мыть, бегать, ходить, то есть вы должны вот именно в движении быть. При любых как бы активности, как говорят нутрициологи, коучи говорят, да, но с альфа-липоевой кислотой она будет еще лучше работать, девчонки, потому что это не дает жирам накапливаться, а это будет, наоборот, жиры сжигать. Вот, она у меня тоже полная, закрытая. Вот я при вас открываю, видите, смотрите. Так, это я сейчас рассказываю, девчонки, то, что я заказала в этот раз себе. Это мне компания подарила сертификат на 115 тысяч, и я вот взяла домой. Дальше новамин, тоже закрытая баночка, девчонки. Новамин мы принимаем дома как антибиотик. Он у нас, получается, заболели, кашляем, нос, голова болит, там миомы, кисты, полипы. Вот, в общем, новамин как антибиотик. Это три витамина А и С, которые хорошо действуют на окислительные процессы, снимают воспалительный процесс в нашем организме. Сейчас он тем более нужен в сезон простуд. Завтра уже холодно будет, у самой горло что-то. Завтра уже холодно будет, поэтому, если хотите, спасибо, Клеопатра, за отзыв. Да, новамин классный, девочки, он мне помог избавиться от узелков щитовидной железы, потому что у него свойства есть как рассасывающее. Его вообще произвели два онколога для людей, которые проходят химиотерапию, радиотерапию, чтобы здоровые клетки не окислялись и не попадали вот излучением, то есть не страдали от излучения. И он очень хороший антиоксидант для нашего организма. Вот я его принимала целый год с перерывами, чтобы избавиться от узлов щитовидной железы. Их нету, девочки. Два было, их уже нету. Так, следующее. Это ЭПАМ 96, это я для себя взяла, у меня часто нет-нет бывают отеки, так как проблемы то, что по-женски, да, проблемы с гормонами, есть и кисты в молочных железах, да, может быть где-то и ТТГ как поднимается, хоть анализы сдала, все в порядке, но в любом случае иногда бывает такое, отечность или почки, или, хотя и почки прошла, все нормально, анализы сдала, но для себя взяла вот ЭПАМ 96, профилактика мочеполовой системы. Если там проблема с почками, да, проблема с мочевым пузырем, в туалет часто бегаете, вот взяла для себя пропить вот такой. Противоотечный, ну, так я больше его называю. Так, это первый пакет, второй пакет идем, девочки. Если вопросы есть, я на них попозже. Да, витамин А и С, девочки, это те три витамина, которые нужны нашей коже лица. Например, вот только что про сыворотку я говорила, да, лифтинг, вот. Сыворотка. Вот в этой сыворотке есть все антиоксидантные как бы вещества, минералы для нашей кожи. Это мы, то есть, наносим поверхностно. Но вот это, если пить еще внутрь, вообще результат будет классный. Так, дальше идем, девочки. Что я купила? Вот такой себе дезодорант взяла, женский. Мне он понравился. У нас вообще раньше был такой общий, который унисекс, да, для женщины и для мужчины. Сейчас появились у нас в продаже вот такие именно женские. Нету запаха, очищает поры, не дает, не будет неприятного запаха от него. Очень классный дезодорант именно на основе сибирских трав, которые именно нормализует работу сальных желез и, ну, потовых желез, как говорится правильно. И этот, после него вы не будете потеть, как бы говорится, да, и плюс еще запаха не будет мышки под мышками мокрые и вонючие. Вот женские, девчонки, 2900 в тенге стоит, очень классно, надолго вам хватит, одному человеку. Я себе его взяла. Так, дальше вот наш витамин D3. Я аж две их взяла, девочки, потому что витамин D3 сейчас он нужен, солнца уже толком нету. Целый день мы дома сидим, на улице не ходим, кто-то в офисе сидит. Вообще витамин D3 играет большую роль в нашем организме. Это и гормоны щитовидной железы, это и костная система, да, это
и легкие. Это, ну, полностью наш организм зависит от витамина D3, можно сказать. Потому что я когда начала проходить обследование по щитовидной железе, мне сразу сказали, что нехватка витамина D3, это самое главное у вас. Я его восполнила, пила вот такой именно здесь. Почему этот, девочки, этот идет на масляной основе, он хорошо усваивается. Сам витамин D3, он идет как же витаминная железа, водорастворимый, жирорастворимый. И вот витамин D3, он сам по себе жирорастворимый, и на масляной основе он будет хорошо усваиваться. И самое такое классное преимущество, наш витамин D3 можно даже давать детям. Бывает же, у которого рахит там после рождения. И его удобно давать маленьким детям, потому что он идет у нас, сейчас вот открою, сразу с пипеткой. То есть в одной капле у нас 200 международных единиц. Если вы для профилактики хотите пропить, то 10 капель пьете. То есть 2000 международных единиц можно принимать без назначения врача. А если есть назначение, там 5000, да, то уже 25 капель. Я принимала вообще по 50 капель. По 50 капель ежедневно его пила. Вот сейчас взяла две сразу, чтобы на всю семью было, да, на первое время, на 2 месяца, наверное, хватит, я думаю. Для профилактики по 1000 международных единиц каждому. Это удобно. Гипоаллергены, и самое главное, как мы сейчас же проходим уроки нутрициолога, у нас идет обучение от компании, и самое главное, что узнала, первым делом, когда пища к нам заходит в рот, когда мы, то есть, кушаем, да, усвоение идет через слюну. И поэтому даже наши ЭПАМы, вот почему я всегда говорю, под язык капайте, да, витамин D3 под язык капайте, потому что она сразу со слюной идет усвоение. А если на масляной основе, оно еще лучше будет результат. Поэтому капаем сразу под язык ребеночку, да, там, если маленький, одну каплю, и суточная дозировка ребенку, это уже вообще классно. То есть не будет костная система, иммунитет, все будет в порядке. Вот таких D3 я взяла домой 2 штуки. Да, вы знаете, Клеопатра, как вас зовут? Я когда вообще пришла в компанию, у меня не было тогда айфона, у меня был тогда Samsung какой-то простой. И когда я смотрела на других вот наших партнеров, они когда снимают свое видео, у них кожа какая-то, знаете, как-то по камере было видно, что упругая какая-то там, вот прям сияющая, светлая. Я думаю, что такое? А потом через какое-то время, вот я же пришла, сразу новамин купила, и я сама у себя это заметила, что у меня кожа становится вообще другой, девочки, на более такой свеженькой, да, сияющая. Тусклость уходит от кожи вот за счет витамина А и С. Так, дальше идем. Магний тоже взяла, девочки, 2 коробочки. Это все домой. Я вам рассказываю то, что мы принимаем. Магний вот открываю при вас. Смотрите, у нас здесь 60 капсул. 60. Я что-то сегодня заговорилась. 60 капсул. Это у нас форма цитрата. Хорошая форма, которая хорошо усваивается. Не дает организм, не откладывается в почках. Там, длинность там, да. Но вот такой магний, девчонки, цитрат магния, он хорошо усваивается за то, что это органическая форма. У кого артериально зависает, да? А сейчас нормально? Бахыт, добрый вечер. Всем добрый вечер, добрый вечер. Давайте поближе. У нас роутер там стоит в коридоре и что-то вот прям... Сейчас не зависаю? Или зависла. Так, включить. Сейчас я с другого телефона попробую зайти. Всем добрый вечер, всем добрый вечер. Приветствую всех. Меня зовут Анара. Здесь рассказываю про продукт для здоровья. Рассказываю сегодня, что я себе купила. Приобрела очень-очень много всего. Так.
Я зависаю, меня слышно. Всем добрый вечер. Норма? Ну все, спасибо. Девочки, ставим лайки, делимся эфиром, родственников, друзей своих. На Нара Женусова нажимаем. Переходим в мой профиль. Так, сейчас я на другой сотке попробую. Сейчас что-то у меня зависает. Делимся эфиром. Девочки, переходим в мой профиль. Смотрим продукцию. Можете назад вернуться и задать вопросики. Так, магний. У кого мышцы... Судороги ног в ночное время, девчонки, вот магний хорошо помогает. Мне в этот раз в последнее время что-то приехала семья и начали судороги мучить ночью. Пошла к врачу, она мне магний назначила. Вот этот магний сейчас вот пью, нормально, судороги не мучают. Магний вот такой, девчонки, это форма цитрата, которая хорошо усваивается. У кого давление повышается, да, головные боли, мигрень, вот. Форма цитрата – это такая форма, которая хорошо усваивается, дает результат. Их я две взяла домой. Так, дальше идем. Сейчас у нас по акции вот такие витамины для взрослых и детям можно. Смотрите, витамины с кальцием. Здесь большой состав витаминов для… Ну, это суточная доза здесь, дозировка получается. Я взяла детям. Ну, дети у меня 19 лет и 14 лет. Вот, я взяла две пачки по 2630 тенге вроде. Со скидкой, девчонки, со скидкой классно. Смотрите, здесь витамины группы В, В6, В12, В9, В2, В5. Потом кальций, витамин А, витамин D3, Е, К1 и ПП. Вот представляете, все витамины, особенно нужные, да, которые витамины группы В, и самое главное кальций, это для детей я взяла. По 2 капсулы в день, это получается одному ребенку хватает на месяц. 2000, так, давайте я вам скажу, сколько он стоит, если накладная осталась еще. Вроде 2600, нету. Вот такой, девчонки, по акции кальция сейчас очень классно детям давать. Потому что детям что нужно? Витамины группы В обязательно. Антиоксиданты, витамин А, Е здесь есть. Также витамин D3 здесь есть. К1, это все для усвоения кальция. И самое главное, кальция для хорошего роста ваших детей. И всего цена 2600. Блин, по акции надо посмотреть сейчас, сколько стоит. Хочу вам по акции сказать, цена его какая. Только что я куда-то бумагу эту закинула. А, вот она. 2640. 2640, девчонки, вот они. Можете даже для себя взять, если витамины не едите, овощи не кушаете, не хватает, апатия какая-то, да, нету сил, энергии, для себя просто даже 2640, витамины группы В, это нужны для волос, ногтей, нервной системы, остеохондроз, костная система, витамин В, потому что он везде почти у нас участвует, антиоксиданты, они постоянно нам нужны, А, Е, С, да, дальше витамин D3, он нужен нам каждый день, потому что мы на солнце не сидим, даже если сидим, мы не получаем туда дозировку солнечных лучей, то есть суточную дозировку. Здесь, девочки, всего лишь 2640 суточная дозировка вот этих витамин. Витамины кальций, то есть самое главное это кальций, да? А кому за 40, у кого уже климакс даже начался, у кого суставы болят, обязательно кальций нужен, потому что в это время, когда идет усыхание яичников у женщины, проблемы с гормональным фоном, это идет вымывание кальция с организма. И это риски заболевания остеопороза. Поэтому кальций нужен всем, даже для себя любимой. 2640, девчонки, по акции. Вот, такие, вот такой комплекс, это вообще классно. С витаминами группы В тем более. Я взяла, смотрите, вот две пачки. Это домой детям, старшему и младшему, 19 и 14 лет. Следующие вот наши витамины группы В я взяла. Это я для себя взяла уже. Я вам сейчас скажу, что за витамины это. Так.
Ставим лайки, делимся эфиром, девочки. Переходим ко мне в профиль, подписываемся. Потом можете назад вернуться, задать вопросы по продукции. Так, где они у нас? Это... Ставим лайки. Это компания Siberian Wellness. Мы раньше назывались «Сибирское здоровье». У компании 4 свои производства, своя научная лаборатория. Все она производит сама, разрабатывает все это сама. В каждом продукте здесь есть все для того, чтобы усваивалось. Вот кто-то железо спрашивал. У нас вот такая хелатная форма железа, которую можно давать даже детям и беременным. То есть у него нет никакого влияния побочки на желудок. Вот именно хелатная форма железа, девчонки, можно беременным и детям. Это Siberian Wellness. Это та форма, самая легко усвояемая форма, девчонки. Обычное железо не всегда усваивается. Даже если усваивается, она очень пагубно влияет на кишечник. Из-за этого там запоры бывают, проблемы с кишечником, с пищеварением. А здесь вот уже в составе все есть для того, чтобы не было именно проблем с кишечником, а было хорошее усвоение. Вот хелатная форма железа. Даже загуглите, посмотрите, это самая лучшая форма поднятия гемоглобина, железа в крови. И здесь я говорю, здесь не только железо есть. Так, это витамины группы В, девчонки. Здесь В9. У меня, блин, зрение выкосло. В6, В9, В12. У меня со зрением, оказывается, уже я близко не вижу. Представляете? Стоят они у нас 3500. Вот кто спрашивал группы В витамины? Вот каждой женщине, каждому человеку нужно его пропить. Здесь есть бетаин, ускоряет выведение продуктов метаболизма, улучшает процесс усвоения белка, улучшает. Здесь фолиевая кислота нормализует обменные процессы в организме. Фолиевая кислота, она нужна для нервной системы, да, она у нас еще фолиевая кислота отдельно есть, не та фолиевая кислота, это витамин В9. В6 улучшает метаболизм, способствует укреплению иммунного ответа. В12 – улучшение усвоения фолиевой кислоты, нормализует нервную систему. Вообще, витамины группы В, они нужны всем. Поэтому вот такой комплекс я взяла это для себя. Так, девочки, можете в профиль заходить, посмотреть видео о продуктах. Вот Анара Женусова нажимаем, потом посмотрите видео, назад возвращаетесь и задаете вопросы, потому что там у меня очень много видео по назначению, да, у кого-то проблемы с желудком, у кого-то проблемы с печенью, гемоглобин, там, кальций кому-то не хватает, и вот там очень много видео по нашим продукции, по ассортименту. Это чисто натуральный продукт, который разработан нашими специалистами, все международные стандарты качества. Дальше идем, последнее то, что я себе взяла, девочки, это не себе, это мужу, антипаразитарная программа. Кто спрашивал про программу Тригель? Вот как раз сейчас осень, пора очиститься от паразитов и почки. Сейчас я вам расскажу, давайте закончу про этот. Так, девочки, ставим лайки, делимся эфиром, можете перейти ко мне в профиль, посмотреть видео какое, подписаться, обязательно подпишитесь и лайки ставим. Делимся эфиром, это самое главное. Зовем всех своих подписчиков, всех своих близких, родных. Так, смотрите, паразитарка. Кто не чистился на паразитов, кто не проверялся, обязательно, даже если не проверяли, сделайте профилактику своего организма. Прочистите его от паразитов, потому что если глисты есть в организме, аскариды, лямбли, вы часто болеете, иммунитет слабый, аллергические реакции часто идут на коже, например. Тоже ожирение или на сладкое вас тянет, кашель постоянный, сухой, да, это тоже все может быть говорить о паразитах в организме. Потом, если стойкая такая анемия, гемоглобин понижен, никак не можете поднять его, это тоже может говорить о том, что быть паразитом в организме. Вообще для профилактики, хотя бы для себя, да, для своего успокойствия, для своего здоровья, вот такая антипаразитарная программа Тригель. Ее я взяла мужу, здесь, смотрите, она полная. Если раньше я показывала пустые, на эфирах всегда же показываю, девочки, вот смотрите, она у меня пустая. Это уже все то, что просто для того, чтобы показывать то, что у нас есть.
Это все, что мне дарила компания. Мы вот пили, и сейчас я его просто показываю, как говорится же. На витрине просто стоят же. Забыла. В общем, девчонки, паразиты, смотрите, здесь идет три формулы. Первая, вторая, третья. У кого проблемы с желчным оттоком, у кого застой желчи. Вот именно первая формула, она очистит желчные протоки, все, которые есть. То есть выведет всю ту застаревшую желчь, грязь, слизь с ваших желчных протоков. Вторая формула, здесь она очищает уже как антипаразитарный удар, то есть выводит глистов, парализует их и выводит естественным путем. И третья идет, конечно, обязательное восстановление. После каждой чистки, неважно, где вы, что вы пьете, нужно восстанавливать организм, да, то есть пробиотики какие-то покупать, слизистую кишечника, желудка восстанавливать. Здесь вот не надо, здесь уже идет восстановление и выведение остаточных паразитов. Сейчас, тем более, осень, после лета, после дачи, шашлыков, там, после отдыха, всем рекомендую пройти антипаразитарку. Даже мужу купила, чтобы он прошел ее, чтобы пропил для себя. Вот. Дальше, если последнее осталось, я взяла себе вот такой ночной крем для лица. Это у нас форм, это мы их называем Ешка. Здесь витамины А и С. Вот тоже есть, также питает кожу в ночные часы, насыщает ее антиоксидантами, восстанавливает естественный баланс влаги. Ну и, конечно, утром кожа выглядит свежей, отдохнувшей, сияет красотой. Это наша как бы тоже форма, не Экспиральта Платинум у нас есть, очень классная серия, а уже как бы не антивозрастная. Я взяла попробовать, потому что я с этой серии, с Ешки, брала себе гель для умывания. Он очень супер, девочки, гель для умывания, он классный. Он стоил всего лишь 2900, его сейчас даже в наличии нету. Хотела в этот раз купить, вот такой маленький крем ночной. Это я, даже запах такой приятный, это я решила для себя попробовать именно с этой серии уже крема, потому что гели очень классные. Ну и, конечно, про сыворотку, да, вначале я рассказывала про сыворотку. Вот, с морским коллагеном, девчонки-то, вообще столько отзывов по них идут, что очень классные. Не могу сказать по результатам, но здесь именно тот состав, который увлажняет кожу, эластичность дает, упругость кожи дает. Крем лифтинг и увлажнение, и сыворотка называется лифтинг и тонус. Вот две парочки, девчонки, всем рекомендую. Цена у них, я сама вот только взяла для себя, потому что я до этого пользовалась, как показывала же вам, лифтинг и упругость. Вот такая сыворотка. Ее просто в наличии сейчас нету нигде. Так, 4500 стоит сыворотка, а это стоило 4800, это в тенге, я говорю, кому непонятно. Поэтому можно попробовать. Именно у нас вся косметика, она разработана по корейской технологии, потому что Корея, да, она на первом месте по красоте, по уходу за кожей, по омоложению красоты. И поэтому у нас все девчонки, вся продукция именно для красоты, она по корейским технологиям. Еще помимо того, есть там именно те экстракты трав, которые хорошо работают на всю, например, да, снимают воспаление. Вот сыворотка, пилинг, сегодня я рассказывала про пилинг. Посмотрите, у меня в профиле, я сегодня выложила, у меня он в ванной стоит, я сегодня про него рассказывала, обновляющий пилинг, очень классный. Вот прям почистишь лицо, да, тампончиком, и все, и такое чувство, как будто тебе этот щеткой здесь промыли конкретно, или как будто ты после вот пара, когда заходишь в парную же, и грязь смывается, и вот после этого пилинга вот кожа прям как у младенца, реально. Она, помимо того, еще борется с пигментацией, увлажняет, там, вырабатывает, стимулирует выработку собственного коллагена, этот пилинг. Там три в одном идет. Уход, как очищение, увлажнение и уход. Очень классный пилинг. Еще он стоит всего лишь 5000 тенге, а хватает на... Ну, я покупала в феврале, кажется, в феврале вроде, да? И он у меня до сих пор еще половина есть, потому что там им пользоваться всего там два раза в неделю. Его можно как и смывать, да, когда намазали, можно не смывать, а если не смывать и потом сверху еще крем намазать, то действие вот этого крема будет еще лучше, результативнее. Вот это Экспиральта Платинум, это серия, которую, девчонки, именно
Вообще суперская. То есть там и интеллектуальная сыворотка, и крем. Очень они классные. Мне они нравятся. Потому что я получила вот результат по коже. Да, вот прям вот здесь вот овал лица потянулся. Здесь у меня гармошка была. Даже сейчас я когда разговариваю, у меня не так она собирается. А раньше она у меня, когда я начинала глаза, я так, это сейчас я стараюсь, да, как-то поднять глаза. А раньше, когда я разговаривала, она у меня собиралась, как гармошка играла здесь. И вот здесь вот такая полоса была вот. Если вот так посмотреть немножко, да, ее сейчас уже полосы это нету, вот именно морщины. Поэтому наша серия именно Эксперальта Платинум, она очень классная. Так, давайте для почек. Смотрите, почки, если у вас больные почки, медвежьи ушки, брусника, это толокнянка трава, которая хорошо нормализует работу почек, профилактика лечения мочеполовой системы, снимает воспаление. Дальше ИПАМ 96, это ИПАМ почечный, вот, почки, профилактика лечения именно мочеполовой системы. Давайте я вам прочитаю даже внутри саму инструкцию от производителя. Здесь это прополис и маточное молочко, повышает иммунный статус именно мочеполовой системы, обладает болеутоляющим и противовоспалительным действием. Умеренно мочегонное, антибактериальное и противовоспалительное действие. Здесь способствует очищению организма от шлаков и токсинов. Используют для профилактики мочекаменной и желчекаменной болезни. Девчонки, вот ИПАМ 96. Оказывается, еще можно при желчекаменной болезни. Это даже сама не знала. При урологических заболеваниях. Вот, девчонки, мочеполовая система. Дальше идет. Хорошо действует, положительно действует на органы пищеварения, обладает кровоостанавливающим и сосудоукрепляющим действием. Вот, получается у нас ИПАМ 96. Здесь медвежьи ушки. Новамин мы берем. Здесь у нас он идет как антибиотик противовоспалительный и не дает окислению именно клеткам почек, печени. Ну и, конечно, еще чай у нас почечный есть. Чай почечный, вот программку можно именно при проблемах с почками. Все, Бахыт, я на ваш вопрос ответила. Если вас эта программка заинтересует, мне напишите по ссылочке в шапке профиля. Вот она разоходит, сразу мой профиль будет. Внизу под описанием есть ссылка. Заходите в мой, там запрос дадите, я вас потом приму и проконсультирую полностью по программе почек. Так, если есть вопросы, задаем, ставим лайки, делимся эфиром, давайте знакомиться. Меня зовут Анара, я с города Астана, являюсь консультантом компании Siberian Wellness. Сама эту продукцию принимаю, сегодня рассказала все, что я купила, все, что мы будем пить, мазать на себя, на волосы, да, я вот показала только что девчонкам вот такую маску восстанавливающую, у кого проблемы с волосами, кто часто красит волосы, кто выпрямление делает, да, часто именно утюжком, у кого секутся волосы, тусклый цвет волос, блеска нету, девчонки, вот восстанавливающая маска. Все ее хвалят, и я тоже решила ее взять. Вы знаете, я приобретаю себе продукцию вот для себя по отзывам. А у нас отзывов очень много. Вы даже можете зайти ко мне в Инстаграм по ссылке в шапке профиля, там есть официальный сайт. И на официальном сайте под каждым продуктом есть отзывы по нашей продукции. Я когда себе продукцию даже беру, вот, например, вот этот женский дезодорант, я тоже брала именно по отзывам. До этого у меня был как бы такой общий, как называется, унисекс, раньше он назывался. Сейчас я про него вам сейчас вот с официального сайта прочитаю. Девчонки, это женский дезодорант, стоит всего лишь 2 900. Он у нас идет о продукте сейчас. Предотвращает появление запаха, регулирует работу половых потовых желез, не закупоривая их. Предотвращает развитие воспаления и раздражения. Бывает же, когда мы потеем и чешется воспаление, покраснение какое-то. Вот оно предотвращает, смягчает, увлажняет кожу, не оставляет пятен на одежде, обладает приятным ароматом. Вот, девчонки, если вы часто потеете, особенно сейчас, да, вроде выйдешь, как будто холодно, похож, блин, жара такая, и потеешь уже. И чтобы запаха не было, чтобы проблем не было с кожей, именно под мышками. Вот такой
Дезодорант. Здесь получается на основе алюмокалиевых квасов эффективно регулирует избыточное потоотделение, не закупоривая поры. Вот если вы сильно потеете, девчонки, всем рекомендую. Пироктон оламин. Что-то с такими названиями я сама начала уже этот, если картавить. Пироктон аламин в сочетании с гидролатами, шиповник, липа, здесь календула мяты, подавляет развитие бактерий. Вот видите, когда мы потеем уже, если много даже вот простые берем, они нас просто как бы запах убирают, но не борются с этой бактерией, которая вообще запах выводит. А здесь будет сразу запах убирать и еще способствует заживлению микроповреждений. Поэтому вот этот дезодорант, девчонки, очень классный для женщин. Я его взяла, вот говорю, по отзывам. Здесь очень много отзывов по нему. Очень понравился от результатов, немного в шоке, говорит. Просто уничтожает запах пота, хватает надолго. Всем рекомендую. Вот они отзывы все по вот этому дезодоранту. Стоит 2900 тенге. Очень хороший запах, убирает на ура и надолго. Дальше. Запах приятный, нежный. Одного раза хватает надолго, дня на три. Так. Очень хороший дезодорант, приятный, нежный аромат, со своей задачей справляется на ура. Ну, здесь все, девчонки, вот посмотрите, видите, даже смайлики. Это на официальном сайте, вы можете ко мне зайти в профиль, есть Инстаграм. В Инстаграме, шапке профиля, есть еще ссылочка, да. То есть так устроены соцсети, что нужно обязательно переходить по ссылочкам. И там есть ссылка на официальный сайт, вы можете даже там заказать сами. Вот такой дезодорант, 2900 он стоит. Так, делимся эфиром, ставим лайки. Давайте знакомиться. Меня зовут Анара. Задавайте мне вопросы по продукции, по заболеваниям, по косметике. Также у нас есть зубные пасты, есть шампуни. Но я их здесь не показываю, потому что они у меня как в ванной стоят, я сюда их не приношу. Здесь только то, что пустые баночки вот такое, то ни шампуни, ни... еще вот корень я же взяла, девчонки, самое забыла. Наш бальзам корень. Легендарный бальзам, если ноги, руки болят, в общем, мажем везде, где болит. Здесь на основе 16 дикорастущих трав, он жаропонижающий, воспаление снимает. Мужской есть, да, тоже такой же, только черный цвет у него, тоже 2900 стоит. Елена, ко мне вот по ссылочке перейдете в профиле, я помогу вам заказать. Здесь, смотрите, 2 эфирных масла и 13 растительных экстрактов. Помогает расслабиться, восстанавливает жизненные силы, противомикробная, боль убирает, помогает ослабить болевые ощущения. Также противогрибковая, антибактериальная, противовоспалительная. Здесь очень большой состав трав, именно как сказать, растительных экстрактов даже, экстракты. Это экстракты, это то, что дает результат. Этот бальзам, девчонки, корень, многие вообще хвалят именно коричневый. У меня один клиент, она и по 5, и по 6 вот такой именно берет. До этого у меня был зеленый, но хотя у них внутри одно и то же. Просто у нас дизайн сейчас поменялся. Это одно и то же. Он просто у меня закончился, почти там на дне осталось. Я взяла, вот видите, даже закрытая сегодня, взяла себе новый уже. Нам хватит он на год. И у него как раз вот на год 10-25 срок. То есть год мы будем им пользоваться. И горло споласкивать, и спину мазать, ноги мазать, и на груди, и на шею. В общем, везде, где болит, везде мы его мажем. А в этот раз у меня даже сына как-то сильно кашлял. И кашель не отходит, не охотит никак. Я взяла, вот почитала отзывы наших клиентов. Они на стакан воды 10 капель вот корня. 10 капель, ну, чайная ложка получается. И представляете, сразу через день вообще кашель перешел. Потому что здесь вот эти растительные травы, они очень хорошо микробы выводят, противовоспалительное действие вот есть у него, вот этот корень. И если горло болит, споласкиваем горло, если уши болят, турунды ставим. Если гайморит, ринит, тоже турунды ватные вот с этим корнем делаем. Очень хороший корень, 3200 стоит, девчонки, он заменит вам пол аптечки.
Ноги вот с работы пришли, загудели, отекли, да, перед сном намазали, спать ложитесь, легкость почувствуете. Если мастопатия, например, вот вместе с новамином принимаем новамин вовнутрь, корень мажем на груди. Вот мастопатия, очень много результатов именно по мастопатии, вот два продукта. Мастопатия это без кист, если. А с кистами в любом случае нужно уже там программка другая будет. Так, если есть вопросы, задаем, девочки, ставим лайки, давайте знакомиться. Пишите, как вас зовут, с какого вы города. Давайте, может, поболтаем, пока не поздно. Время сколько уже? Так, ставим лайки, делимся эфиром, девчонки. Переходим ко мне в профиль, можете посмотреть, что за продукция, можете вернуться, может быть, про печень рассказать. Печень сейчас же у многих, да, застой желчи, жировой гепатоз сейчас у многих, поэтому всегда всем рекомендую Синхровитал 4, это расторопша, артишок, таурин. Так, сейчас я ее найду еще здесь. Вот. Расторопшу даже рекомендую, да, врачи пропивать. Но если вы берете в аптеке, там просто трава же, и ее нужно пить, и мы не знаем, какой стакан надо выпить, или два стакана пить, чтобы дало результат. Да, и с этой воды вот сколько будет дается результат. А здесь в одной капсулке, правда, здесь сейчас пустая баночка, в одной капсуле идет расторопша, артишок, таурин. Еще этот синхровитал, он хорошо разработан именно с учетом нашего биоритма, то есть с учетом работы нашей печени и желчного. Утренняя капсула, она будет давать именно работать печень и желчным в дневное время, а вечерняя капсула, она восстанавливает печень и желчный в ночное время. Вот утром и вечером надо пить, они делятся. Тоже идет первая формула, вторая формула, но факт в том, что это расторопша, артишок, таурин. Расторопша нормализует работы печени, восстанавливает клетки печени, артишок нормализует желчеотделение, работу желчеотока, а таурин это у нас антиоксидант. Он хорошо именно воздействует на работу печени и желчного, и помимо того антиоксидант полностью на наш организм, это и глаза, это и сердце. Лечение эндометриоза, вы знаете, большая программка, там очень большая, потому что это связано с гормонами. Гормоны именно женские, есть там и нужно и витамины, минералы, и нужно первым делом очищение делать, поэтому по эндометриозу я вам только могу в личку скинуть, какая программка. Если вы перейдете вот по ссылочке в шапке профиля ко мне, я вам скину, какая программа. Там очень объемная программа, потому что эндометриоз – это вот половые гормоны, эстрогены, прогестероны. Когда эстрогены начинают большой выброс эстрогенов, именно гормонов, тогда идет вот изменение в матке, да, это эндометрии, кисты, полипы, и поэтому здесь первым делом мы делаем очищение от токсинов, шлаков, потом добавляем гормоны растительные и плюс еще какие-то противо как типа как новамин, да, рассасывающий. Поэтому там большая программка, и лучше вам написать мне по ссылочке в шапке профиля. Девочки, всем добрый вечер. Приветствую всех. Меня зовут Анара. Давайте знакомиться. Кто-то заходит, выходит, заходит. Лайки ставим, делимся эфиром. Переходим ко мне в профиль. Вот про печень рассказывала, да, вот Синхровитал – самый такой умный продукт, который разделен на два этапа. Первая капсула будет помогать работе печени желчного днем, вторая капсула будет помогать в ночное время нашей печени восстанавливаться. Это как наши ритмы здоровья. Тоже умный комплекс, девочки, именно по витаминам, минералам. Утренняя формула, она дает бодрость, энергию, да, вечерняя формула – это чисто минералы, которые восстанавливают наш организм в ночное время. Очень классный комплекс, кто хочет прям взять, то есть пропить суточную дозировку всех витамин, минералов. Здесь смотрите, какой состав: 18 витаминов, 8 минералов, еще 7 экстрактов. А экстракт – это то, что дает уже конкретно результат. Это не трава, это то, что дает уже результат организму по оздоровлению. Здесь также все витамины группы В и антиоксиданты, и все минералы. Минералы медь, йод, железо, марганец, селен, цинк, хром. Вот даже если вы много кушаете, вас тянет на сладкое, выпадают волосы, проблемы с ногтями, с волосами. Вот, девочки, вот здесь
Все минералы для этого есть. Если вы в дневное время хотите спать, у вас усталость, апатия постоянно, ничего не хочется делать, на сон тянет. Вот все витамины, которые будут вам давать бодрость, энергию. То есть это может быть просто авитаминоз. И организм не успевает восстанавливаться. И, может быть, у вас диета какая-либо, да, или вы вообще не едите овощи, фрукты, мясо, белки, да, из-за этого нету пополнения вот витаминов, минералов. Нужно просто добавить извне, да, вот таким комплексом, который рассчитан именно по учету нашего организма дневное и ночное время. Очень классный комплекс, всем его рекомендую. Сама сейчас его пью. Так, есть вопросы еще? Девчонки, ставим лайки, делимся эфиром. Переходим ко мне в профиль, можете посмотреть, что за продукция, что за ассортимент у нас, назад вернуться. Подпишитесь, самое главное, подписывайтесь. Каждый день выкладываю видео по продукции. Есть очень много программ у нас, я вам сейчас покажу. Это и суставы, это и антипаразитарная программа. Так, ставим лайки, девочки, делимся эфиром. Так, смотрите, вот это у нас... Есть суставы, дальше антиаджи для красоты, поддержка ЖКТ, идет защита сердца, здоровые почки, защита сосудов, поддержка костной ткани, защита зрения, профилактика аллергии, профилактика диабета, высокая умственная работоспособность, антистресс защита. Для мужчин отдельно даже у нас есть, девочки, вот цинк, кальций, мака, вот у кого проблемы именно с либидо, да, вот для мужчин, ну и для женщин тоже хорошо. Также инозитол рекомендуется мужчинам для того, чтобы овуляция была, да, магний, медвежьи ушки, брусника, для женщин, для детей, чаи, видите, у нас очень много продукции, и они все по назначению, то есть вы, если у вас какой-то есть запрос, вы найдете здесь свою программку оздоровления натуральным составом сибирских, алтайских трав. Так, ставим лайки, делимся эфиром, девочки, подписываемся, самое главное, подписки делаем, делимся эфиром, приглашаем сюда своих знакомых, близких. Я сегодня очень много рассказала, мне уже язык отваливается, все, что я купила, прям расклала, вам показала, пооткрывала. Если что-то понадобится, что-то заинтересовало, извиняюсь, пишите мне по ссылочке шапки профиля. Ну все, на этом все. Завершаю свой эфир. Всем пока!